Jeune renois sauvage. Elles ont du sperme dans le. Давай. 1, 2, 3. Yeah. Какой клип начинается прикольно. Бля, это пустыня, что ли? А чё такое музыки, интересно? Кто-то какая-то был... заряженная тачка, чувак. Напоминает, знаешь, двух моторов, когда из первых форсаж. О, верблюда. У него голос такой, знаешь, сильный. Такой темнокожий, короче, очень жуткий, белые костюмы вообще. О! Арабская тема. Классно вообще. Люблю восточную тему, да, все. О, это королевский пик такой. О, какая слева девочка была, красивая. Вы на Френч Монтана похож, чувак. Да, вот рим. Там он проучает чуваков за слишком хорошую жизнь и неплату налогов. Что-то их мало там лежит. Ого! Я! Сейчас будет перестрелка. А он уже за решеткой смотрит. Там что-то решетки какие-то были. Да. Ну да, это знаешь, это было снято где-то в каких-то Эмиратах, где-то там. Бля, прикольно. Не, когда мужик это делает, конечно, не то, когда что все песни такие попсовые. У Лакрима? Не, ну вот сегодня слушал. А, сегодня? Люблю вот эту восточную тематику. Я помню, даже как-то скачал, короче, плейлист чисто из таких песен и слушал. Я бы не стал, конечно, ездить на Порше по пустыне. Как-то жалко сильно. Сразу же после съемок клипа они поехали на мойку. А да они, там еще... Не поехали они на мойку. Не поехали! О, у него стильные очки. Классные. Чисто такие. Да нахер, давай, типа, мойка дорого, давай просто заведем машину. Мойка это ехать на мойку, короче, там ждать надо. А так, взорвал машину, и нет проблем. И вот все, можно идти домой пешком. Прикольный трек такой. Ну, чувака вот первого, как понимаю, это Лакрим, у него крутой голос вообще такой. Не, но второй больше как по рэповой части Лакрим, мне понравился. Лакрим второй чувак, первый это. Второй, бля, забыл имя. Майре Гимс, по-моему. Майтре Гимс. Да. Он, кстати, очень знаменитый, у него там по 300 миллионов просмотров видоса. Шараут. Круто. Респект. А это, короче, получается французы. Ну да. Ага. Ну, я заметил, что вот они почему-то любят в других странах снимать клипы. О, чисто вселетний, да? La France. Да, большой шараут всем нашим французским подписчикам, как и всем остальным. Вы самые крутые, чуваки. Е! Вуу!